В кинологическом центре «Сокольники» меня познакомили с таким видом спорта, как аджилити. Я побывала на тренировке. Тренировалась Лена у уже знаменитого и нам знакомого тренера Галины Чагавадзе. И неудивительно, что далеко не все получалось. Она же тренируется, учится. Но меня удивила одна вещь. Почему одна и та же собака у одного человека делает все, у другого не очень? Почему из-под себя? Ну ты ж не допишешь сюда, Лена. Да, это точно. Вот осталось вот здесь. Отсюда. Ау. Вниз. И все. И ты как раз снимаешь нужную точку прийти. Хорошо. Ау. Вниз, вниз, вниз. Лена, мы как говорили, чем, какой рукой показывать, где ты должна остановиться. Почему ты вплотную к слалому подошла? Очень захотелось узнать, что видит собака, как она понимает, где делать правильно, а где можно сочкануть. Но понять и увидеть тот момент у собаки, которая летит со скоростью 4-6 метров в секунду, невозможно. И я решила использовать замедленную съемку. Вот что я обнаружила. Вот здесь, к сожалению, никакого контакта не было, и собака бежит, куда ей вздумается. Давайте еще раз посмотрим. К сожалению, здесь тоже нет контакта. Обратите внимание на взгляд собаки. Ну давай сделаем правильно, пожалуйста. Внимание! Вот он, этот взгляд. Вот рука. И вот действие собаки. Все четко, как надо. Слалом это? Это вот это, вот палочки вот эти, да. Ну, он-то хорошо пробежал. Ну, это пятая попытка была войти в слалом. Когда он работает, он молчит. Нет? Вот, смотрите, с Линой тоже был этот же контакт. Ну, вроде бы все довольны. Молодцы. Тренировка будет продолжаться дальше, а вы не забудьте подписаться и поставить лайк. Они это заслужили.